Потолочные ручки Шкода Октавия при отпускании видно. Нет, без микролифта. Это передние ручки. Они одинаковые, без крючков. А задняя ручка, она вот то же самое, только с крючком. Так, как будем снимать ручку? Нужно, во-первых, крышечку снять. Так, отковырять, смотрим, что здесь. Здесь звездочка у нас. Другая ручка. Здесь тоже крепление на звездочку. Это у меня Шкода Октавия 1.8 TSI. Значит, 2011 года, октябрь месяц. Смотрим, значит, нужно вот эту звездочку выкручивать. Собственно, вот снятая ручка передняя. Значит, ручки спереди то же самое. У него есть место, где можно установить успокоитель. Другую ручку. Здесь вот видно. Место. Соответственно, вот один выход вот есть вот здесь. Второго выхода нет. Так, теперь, чтобы снять штырек, вот этот вот пластиковый, необходимо в первую очередь погреть его феном. Здесь не важно каким феном, можно и обычным феном, которым сушить волосы. Включаем фен. Когда погрели ручку, соответственно, берем такого плана плоскогубцы и извлекаем стержень. Ты слушаешь? Так, значит, в ручке есть пазы. Вот один паз, вот второй паз. Сильно поперек. Успокоители, там барабанчики тоже есть, соответственно, выемки, вернее, выступы. Вот одни, а вот второй выступ. Соответственно, нужно его вставить в ручку. Вот таким вот образом. Оп. Чтобы он оказался внизу. Вот так вот вставился. А теперь, соответственно, нужно вот этот выступ вставить вот в данный паз. В ручку. Соответственно, это нужно сделать вот так. И затем штифт поместить заново в нужное место. Вот таким образом это все будет работать. Да, и совсем забыл. При повторном присоединении желательно повторно прогреть ручку, тогда это все свободнее встанет спокойненько в нужные места. И затем, когда при остывании, будет обеспечен натяг. При правильном соединении все должно быть выглядеть так вот. Даже вот свободная ручка вот. Немножко она есть усилие, при котором вот пальцем вынимается. В то же время вот посмотрим.
Это без микролифта, соответственно. А это вот с микролифтом. Пальцем так не сделаешь. Вот, в другую сторону. То есть это вот ролик. И есть тот самый микролифт, который позволяет ручке плавненько возвращаться на место. Так, ну теперь заново прикручиваем ручки. Я думаю, что здесь будет сложно перепутать их положение. Опа. Так, огибаем язычки назад. Вот это может быть проблематичным просто пальцем. Отверточка, либо банально ключом можно это сделать. Оп. Вот что мы получили. Так, это после установки микролифта. Вот, пожалуйста. Плавненько возвращается ручка. Сейчас поставим, соответственно, все сзади. Впереди еще не стоят. Задняя ручечка. И плавно возвращается. Так, ну и собственно то, что отвечает за микролифт, это вот этот вот. Вот этот барабанчик, так его сказать, пластиковый, после установки которого ручка действует как микролифт. С одной стороны установлена пружина, которая возвращает, собственно, ручку, а со второй стороны успокоитель.